Я, пользуясь случаем, хочу поздравить его с избранием на пост президента Соединенных Штатов Америки. Так Владимир Путин прокомментировал итоги американских выборов. Он сделал это на заседании дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи. В своей речи Путин отметил выдержку Дональда Трампа после покушения. Издание «Вашингтон Пост» сообщило, что российский президент и вновь избранный американский созвонились в этот же день. Правда, следом пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков опроверг это утверждение. «Вашингтон Пост» все-таки солидное издание. Может, и оно ошибиться, конечно, всяко бывает, но оно не является перчаткой на руке Трампа, тем более из Вашингтона. Это все-таки гораздо менее зависимая пресса. Поэтому я думаю, что разговор состоялся. Кстати говоря, пресс-секретарь Трампа очень обтекаемо опроверг. Он сказал, что не опроверг даже, он сказал, что мы не комментируем частные переговоры господина Трампа. Поскольку он официально не президент, все его переговоры на данный момент частные. Поэтому они не говорят, был разговор, не было. Они говорят, мы не комментируем. А Песков говорит, да нет, конечно, не было. Ну, наверное, на планете есть люди, которые верят Пескову. Я к их числу не принадлежу. И все же реакция Кремля на победу Трампа оказалась сдержанной, считают большинство наблюдателей. В отличие от 2016 года, когда Дональд Трамп выиграл свои первые выборы. Тогда в Госдуме по этому поводу даже устроили банкет с шампанским. Трамп – это фигура непредсказуемая крайне. Да? То есть это договоришься – договоришься, а можешь не договориться. И тогда уже, скажем так, республиканцы в своих традициях будут принимать более серьезные, жесткие какие-то решения. При Трампе были все санкции против России, а не при Обаме. А при Трампе вагнеровцев замочили в Сирии, вот, особо не спросили. Да? И Трамп этот, ну, так тоже неуступчивый. Политик привык разговаривать с позиции силы. Силы у него больше, чем у Путина. Сам Дональд Трамп ранее неоднократно говорил комплименты в адрес Владимира Путина. Он называл его крепким орешком, а однажды даже сравнил с Бараком Обамой, не в пользу последнего. И все же в отношениях между Кремлем и Белым домом, если они и будут каким-то образом строиться, неизбежно встанет вопрос о войне в Украине. Я напоминаю, что поддержка Украины имела консенсус двухпартийный. Вот. Поэтому там же есть Конгресс, даже если он и будет республиканский, это все равно не трамповский, это, да, это, ну, немножко другая система, где будут дебаты, где демократы в том числе будут использовать Трампа для того, чтобы его критиковать, ругать там. И, ну, то есть все будут смотреть на рейтинги там. Так что не думаю, что прям вот Украину возьмут и сдадут. Военные аналитики отмечают, что российская армия в последнее время усилила свое наступление. Это может свидетельствовать о том, что в Кремле все же готовятся к переговорам, в том числе с Трампом, но к этому моменту хотят усилить свои позиции. Нельзя исключать, что такие переговоры могут быть и неофициальными. И тому, и другому было бы удобнее, если бы пресса вообще заткнулась. А они такие крупные, сильные и влиятельные. Между собой договорились, приняли решение. Потом дали какое-то без вкуса, цвета и запаха каменюке в прессу, как было в советские времена. И все. А политика, дело сделано. Пока же в Кремле отрицают какие-либо планы встречи глав двух государств. Так же, как отрицали до этого телефонный разговор. В пресс-службе Путина отсылают к словам российского президента, сказанным на Валдайском форуме. Тогда он допустил такую встречу гипотетически.